Греции за рубежом. В эфире краткий выпуск новостей. Парламент Греции большинством голосов утвердил проект закона о 15 предпосылках для получения нашей страны нового кредитного транша в размере 2 800 миллионов евро. За проект закона проголосовали 152 депутата от двух правящих партий Сириза и НОС. Против проголосовали все оппозиционные партии, представленные в парламенте Греции. Министр финансов Греции общественную структуру двух государственных компаний по снабжению водой городов Афина и Салоники. Лидер оппозиционной партии ПАСОК Фофи Енимата, критикуя политику правительства, заявил, что оно проводит распродажу страны. Сегодня в парламенте Греции откроются дебаты вокруг реформы системы образования. Ожидаются острые дебаты между премьер-министром. Банка Вернера Хойера и главой Европейского механизма финансовой стабильности Клаусом Регином. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в полночь в акватории островов Родос и Тирус. Сообщений о разрушениях не поступало. Экс-президент Израиля Шимон Перес скончался в возрасте 93 лет, не оправившись от инсульта, который он перенес 2 недели назад, передает израильское телевидение. Россия улучшилась. В отчете глобальной конкурентоспособности 2016-2017 года, подготовленной Всемирным экономическим форумом ПЭФ. Первое место в глобальном индексе конкурентоспособности, как и в прошлые годы, ВЭФ удар в Швейцарии. На втором месте разместился Сингапур, на 3-й место. Премьер Франции, мэр Бордо, Лен Жюпе, опережает бывшего президента Николя Саркози в первом туре праймериз в стране, свидетельствует о том,